Я вам специально включила замечательную музыку. Иду в центре, как вы видите, нашего райда опять. И вот там прекрасно поет девушка сегодня с парнем. Видели, да? Очень красиво. Я даже не стала перебивать вам ее своим голосом, а просто дала послушать, как иногда уличные музыканты прекрасно поют. Я все хожу мимо вот этой грандиозной клумбы, друзья. Я не знаю, как она вот сейчас будет выглядеть на закате солнца. Посмотрите, какая клумба. Это, посмотрите, львиный зев. Одного цвета и весь расцвел в одно время. Я просто в восторге. Посмотрите с другой стороны. Какие красивые цветы. Я, вы знаете, когда шла издалека, даже не поняла, что это львиный зев. Представляете, какой красавец. А еще вот посмотрите, сколько у нас сегодня здесь детей. А знаете, что это за детки? Вот такими группами приезжают дети со всей Европы. И сейчас мы даже встретили детей из России. Разговаривали по-русски, мы подошли, спрашивали. А вот они приезжают по обмену опытом, селятся в семьях, живут в семьях. Вот такие вот они на 2 недели приезжают каждый год. И посмотрите, вторая клумба, тоже львиный зев, но уже только желтый. Полюбуйтесь на эту красоту. Я пройти мимо такой красоты, понимаете, не могу. Ой, вот посмотрите, как красиво. Ой, ну согласитесь, что это песня. Этот львиный зев, это просто песня. Я не видела никогда, вы знаете, вот, чтобы он был в одним тоном, одним цветом. Такая огромная клумба и весь расцвел. Обязательно, наверное, возьму с него семена. И этой красотой я хочу и вас порадовать, друзья. Здесь, понимаете ли, конечно, есть и вот такая клумба. Тоже очень красивая. А посмотрите там. Но этот львиный зев такими клумбами. Это вообще я не представляю. Я поверить не могу, какая красота. Друзья, на меня уже моя знакомая ругается, не хочет, что меня ждать. Вот так вот. А вы говорите, почему я одна всегда хожу и снимаю свои видео, почему я одна? Потому что вот, не хотят никто меня ждать, и никому не интересно, когда кто-то бегает с камерой. Понимаете, какие дела? А я же вот
не могу мимо пройти этой красоты. Вот такие красивые маки уже везде у нас расцвели. Вот. Это символ как раз праздника. Дню памяти посвященному погибшим в Первой мировой войне. Здесь вот еще такая красивая клумба разбита с лавочками. Небольшие розочки вокруг. Вот такие ворота старинные, живописные, в форме ладьи. Это вход в отель, еще один. И там есть такой интересный мини-гольф-клуб. Не была никогда, но англичанам нравится, они его часто посещают. Поверный. Вход вот в этот вот садик, вот в этот вот домик, посмотрите. Какая прелесть, Боже! И вот здесь, на стенах, вы посмотрите просто, это же петунья. И вот она вот такая вот роскошная. Знаете, что это? Это вот моей подруге садик, вернее, вход. Вот она так классно все здесь сделала. Звоним, звоним. Она не хочет, чтобы ее снимали. Сейчас посмотрим, что будет. Ну вот. Наташа. Ее прекрасный дом. Максик, привет, мой золотой. А где у нас Наташа-то? Спит, что ли? Я не поняла. Максик, Масечка мой. Ну вот. И вот этот вот чудесный садик, друзья. Это тоже Наташин. Вы только посмотрите. Помните за Гагулину? Я вам внизу ее скину. Когда было холодно, я снимала этот садик. Смотрите, что сейчас. Посмотрите, цветы. Вот такой красивый сад у моих друзей. Красоту неописуемую. Что-то мы Наташу найти не можем, друзья. Понять не могу. Куда она делась? Ну вот у Наташи. Вот такая шикарная квартира. Знаете, да? Вернулись в сад. Может быть, спят они там, я не знаю. Просто прелесть. Посмотрите, какие цветы. Смотрите, как все классно и здорово. Вот эти вот, я не знаю, она посадила кабачки, что ли? Они забили ей все цветы. Ну, как говорится, каждому свое. Все равно красиво, все равно классно. И цветы эти тут кругом. Согласитесь, что красота. Мне сейчас главное Наташу найти. Но она, наверное, не захочет с вами общаться, друзья. Вот у нее еще тут utility room вот такая. Вы знаете, огромный дом. Вот здесь еще у нее ванна. А это такая ванная у них. Это они купили и сами делали ремонт. Вот как я вам рассказывала, ванная, совмещенная с туалетом, у них всегда. И здесь у них даже есть ванная. Видите? И здесь у них даже есть кабинка душевая. Вот. Современная. То есть,
что-то... Ой, открыть не могу, но вы понимаете, как это все выглядит суперски. Вы видите, что современная такая ванная, очень хорошая. Еще другая. Представляете? Классно. Это вот шауэр. Открыть не могу. Ну, то есть вот мои друзья живут неплохо, скажем так. Да. Наташа, она обычно не хочет, чтобы я снимала. Она обычно стесняется. Но я думаю, что она не будет против, потому что все равно это, в общем, интересно. Классный дом. 3 этажа. Максик, красавчик. Масичкосичка. Тебе нравятся такие цветочки? А? Масик. Мясо. Мясо. Хотела сделать гуляш, а потом вспомнила, что у меня есть соус грейви. Сейчас покажу вам. У меня многие спрашивают, как его готовить. Очень легко, кстати. Он бывает в разных упаковочках. Ну, у меня вот такой вот грейви. Вот такая вот банка. Сейчас покажу. Вот так он выглядит. У меня уже его там не очень много. Ну, обычно гранулы, видите? Вот. Неудобно одной рукой держать камеру. Вот я беру столовую ложку гранул. И заливаю... Заливаю стаканом крутого кипятка. Вот так. Перемешиваем активно. И он просто у нас на глазах загустевает. Ложка была мокрая, к ней гранулки прилипли немножко. Это ничего. Вот такая вот простая история. Ну вот, я его помешивала, и он практически уже, видите, застыл. Теперь я его аккуратно выливаю в свой гуляш. Вот так. Можно его делать погуще, кому как нравится. Но я, так как сейчас вот хочу все-таки немножко, чтобы в нем еще мяско тут у меня... Протомилась. Минуточку, одну минуточку я его томлю еще на огне. Вот. И получается вот такой чудесный гуляш сразу же. Соус грейви. Это еще и очень вкусно, друзья. Попробуйте, у кого есть. Ну а вот для моих иностранных бывших СССР, я показываю, как выглядит соус грейви.